Привет всем, друзья! Вот в начале видео вы посмотрели, как разбирал я этот металлокаркас. Сейчас вот он в таком состоянии уже находится. Подварил я его. Сейчас посмотрим швы поближе. Но хотел остановиться я вот на каком моменте. В интернете много видео снято на тему, какой стороной отрезной круг надо к болгарке крепить, этой или вот этой. Но я вам хочу показать немного другой, друзья. Вот есть такие круги шлифовальные. По пути сегодня заехал в магазин, приобрел. И вот такой лепестковый круг. И почему вам, друзья, я это показываю? Оказывается, немногие знают, как пользоваться этими шлифовальными кругами. Как-то в автосервис заехал, знакомому своему машину загнал. Ну и привез вот такие круги. Такой круг, вернее, ему один. Или лепестковые круги привез. Когда приехал, вот этих лепестковых кругов уже у него не осталось, а этот лежал нетронутый. Спрашиваю: а ты что вот этими, почему кругами не пользуешься? Он говорит: а я, говорит, не умею им пользоваться. А там пол машины надо было зачистить. И вот разница, этот 7,7 за честной круг стоит. А вот этот лепестковый 122 рубля. Вот этим кругом я пользуюсь уже второй год. А вот таких кругов я уже поменял, наверное, штук 10 или 20. И вот сейчас я вам покажу, как это все происходит. Вот, кстати, подварил вот сварочный шов. Вот такой я наложил здесь. Так вот у меня это получилось. Вот такой шов. Более-менее, как бы, меня это устраивает. Как получилось, так получилось. Я не профессиональный сварщик. Можно было, конечно, отнести этот металлокаркас вон в соседнюю комнату. Там на сварщике с 30 лет стажами. И аргонная сварка есть. Но вот я решил это своими силами все сделать. И вот. Thank you.
примерно так, друзья, это происходит. А сейчас на этот металлокаркас надо подварить еще будет ушки. Три ушка. Сейчас протестируем маску хамелеон. Вот, друзья, надо приварить вот такое вот ушко. Вот такое ушко. Вот сюда. Не получается, в общем, сейчас надо все это выключить. Все выключаем. В общем, друзья, смотрите, что получилось. Ушко я прихватил с этой стороны. Вот проварил. Так, опускаю я опять. А вот с этой стороны, смотрите, здесь вот наварил я такую лепешку. И вот ее я счистил. И вот здесь вот непровар какой. Вот шлифовальным кругом я все и срезал. И давайте сейчас заново пройдемся еще раз. Шов наложим. Итак, друзья, в результате проделанной работы у нас получилось вот такое вот ортопедическое основание дивана, вполне полноценное уже, с механизмом тик-так действующим. Все это вот так работает. Вот. Установлены вот такие платы-держатели пластмассовые. В итоге хозяин этого дивана теперь сможет самостоятельно при поломке или замене платофлексов самостоятельно открутить крепление снизу и поменять эти латы, если будет такая необходимость у него. На этом всем пока. Кому было полезно или пригодилось это видео, оставляем пальцы, подписываемся на канал. До новых встреч!